насколько сложно было выйти на поле, сыграть? Ну, в первую очередь из-за того, что у нас эти три дня прошли в режиме больших нагрузок, ну, как больших, в принципе, достаточно неплохих. И на фоне усталости, конечно, немножко было тяжеловато, потому что и ребята были хорошие, молодые. Ну, хорошо, что так все сложилось, хороший результат. Начинаем с победы. Никаких проблем не было, все друг друга хорошо понимают, год вместе. Так что только положительные эмоции.